Нет, спасибо, у меня есть супруг. Я верна ему до последнего. Нет. У меня муж есть. Ну так и что, что он с нами не находится? Он зарабатывает для семьи деньги, обеспечивает, пока я нахожусь в декрете. Тем более я с ним со своих 18 лет, как я могу бросить мужчину, которого я сама выбрала для совместной жизни и для семьи. Я не думаю, что каждая женщина готова бросить мужчину, которого сама выбрала. Так что всего тебе хорошего в поисках прекрасной супруги. Хорошо, будем друзьями. Да, есть Телеграм. Я его не даю никому. Как у вас погода вообще? Новичкам привет. У меня с английским не очень хорошо. Пишите, пожалуйста, по-русски. Я читать умею, но писать и говорить очень плохо. Блин, хорошо, что жара. У нас что-то пасмурно. Эти дни было тепло, сейчас пасмурно стало. Я знаю, что могу переводить. Я не знаю, где это находится. Носки. О, пойдем. Тут кого-то привлекают носки. Блин, неудобно, когда две руки заняты. Зачем тебе админку давать? У меня
меня есть человек, который меня хочет охранять. Но как-то он у меня пока затерялся. Держись, сын. Все? Я не умею это еще ничего делать. Ничто, скажем так. Новичкам привет. Зачем тебе мои носки, Господи? Хорошо, я потом все сделаю, потом уже попозже, сейчас пока. Ой, занята буду. Все, я поняла, спасибо. Сколько вам лет, всем рассказывайте, давайте. О, ничего себе. 32, наверное, хороший возраст. Новичкам привет.